играли, когда я был, я играл на другой позиции, у меня был кумир Рональдини. Ага, вот так вот. А чему перейшел в центр? Тренер Дмитрий Станиславович меня взял на сборы в дубль, говорит, если прибавишь на позиции центрального защитника, на тот момент была в дубле проблема на этой позиции, то, говорит, мы тебя оставим. Так получилось, что остался в дубле. Роналдиньо ты не стал, правильно? Я даже сейчас не представляю себя на этой позиции. Так, а ты в центре поля играл, вот десятку там, чи де? Ну, сначала я играл под нападающего, потом опорного, а уже в дубле центрального защитника. Все нище, нище, нище. Скоро вратарем. Скажи, а так хотілося забивати багато, просто творити, да? А потім тебе перевелився вниз-вниз? Ну, да, наверное, потому что потом начал уже и расти, стал побольше. И вначале, когда мы только были в детской школе, я был один из самых маленьких в команде. Книжки читаешь, чи так дуже мало? Ну так, купил книжку, уже полгода лежит. Яка? Теннис, психология игры. А, це Генрі Хмельничук, знаєш? Да, да, да. Я подслушал, да, думаю, тоже попробую прочитать. Ну, пока есть только страничек 40-50 прочитал.